Книга «Открытым оком», тема «Ереси секты», вопрос 420. Вы говорили, что во время диспута с сектантами должно быть равное время отпущено каждому, но у одного речь быстрее и грамотнее, а у другой мысли свои выражает долго, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пока это лучший метод собеседования, диспута, как в шахматной игре. Если он не способен выражать мысли, пусть обжигает горшки. Сираха, 38 глава, 24 по 39 стихи. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, которого разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды и заботы его о корме для телиц. Так и всякий плотник и заводчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, того прилежание в том, чтобы разнообразить форму, сердце свое устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром он печи борется он. Звук молота оглушает его слух, и глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончание дела и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глине, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако же они в собрание не приглашаются, ни в судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, и не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский и молитва их об успехе художества их.